Глава региона поделился, что в связи с резким ухудшением погоды администрация Элисты обеспечила готовность к снегопаду и оледенению дорожных линий и тротуаров. Он подчеркнул, что, учитывая обстоятельства прошлой зимы, заранее проведены профилактические и ремонтные работы спецмашин. Батухасиков отметил, что для предотвращения происшествий на дорогах города работают коммунальные службы и экипажи спецтехники. Также подготовлен необходимый запас противогололедных реагентов. Уверен, коммунальные служащие, муниципальные штабы ЧС в районах и в столице Калмыкии ответственно подойдут к отработке последствий непогоды. От вас зависит жизнедеятельность наших жителей, добавил глава республики и обратился к жителям региона с просьбой быть осторожнее на дорогах и без необходимости не выезжать на большие расстояния. Отмечу, региональный МЧС сообщил об ухудшении погодных условий. По данным Калмыцкого гидрометцентра, в ночь с 14 на 15 и утром 15 января ожидается усиление западного ветра до 28 метров в секунду. Также прогнозируется метель и гололед.